Баскетбольный клуб «Энергия» продолжает подготовку к сезону. До стартовых матчей осталось совсем немного времени. 30 октября команда отправляется на выездные игры. Сначала в Самару, затем в Оренбург. 1 ноября стартует чемпионат России. Но надо сказать, что это вот как раз фавориты лиги. И нам сразу придется играть с лидерами чемпионата. Команда готова. И игроки, которые впервые будут выступать за ивановскую команду, хорошо влились в коллектив. Ну и наши опытные девчонки тоже в порядке. Думаю, что там будет упорная борьба. Товарищеский матч с командой «Атланта» из города Чебоксары – фактически последняя репетиция перед стартом чемпионата России. Накануне «Энергия» выиграла уверенно со счетом 87-60. Добротная команда, хорошо обученные девочки. Две девочки даже выступали раньше за ивановские команды. Сейчас они там учатся в университете в Чебоксарах. Игра полезная, интересная. «Атланта» – команда студенческой баскетбольной лиги. В этом году ее состав обновился больше, чем наполовину. Чтобы сыграться и набрать форму, нужно время. Дорога была тяжелая. После дороги не спали, в дороге не спали. Это, наверное, отмазки слабых, но все же как бы сложилось на вчерашнюю игру, ноги не бежали. Поэтому, ну, соответственно, у нас была первая игра в сезоне. Закономерный, в принципе, вчера был результат. Сегодня все отдохнули, сделали вывод над ошибками. Боремся, бьемся. В принципе, для второй игры очень неплохо. В первом тайме гости лидировали со счетом 11-16. Затем иванская команда догнала соперниц. Второй тайм завершился со счетом 32-30. Во второй половине игры «Энергия» только упрочила свои позиции. Встреча завершилась со счетом 74-60. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.